Ребят, я хочу вам рассказать еще об одних камушках, которые созданы для одной из моих девочек. Это великолепная яшма, ну и, конечно же, не без определенного символа. Вот. И этот символ, это, конечно же, черепашка. Что такое черепашка? Это то, на чем держится мироздание. Это начало мироздания. Это начало того, что она создает. Почему зеленая? Цвет подобран не просто так. Во-первых, это потому, что это ее отражение. Это ее отражение не просто ее сути, это внутренний ее свет, который предполагает такой, на сегодняшний день она такая бунтарка. То есть я начинаю вот это. И меня бесят тупые люди. Мне не нравится вот это. И потом такая и сдувается. Вот. И как раз вот этот камень зеленый, о чем он говорит? Зелень – это такая природа, это гармония, это то, с чем она может соединиться со своим светом, со своим цветом. Вот в этой гармонии, почему бусины разного диаметра? Это те бусины разного диаметра, что когда она их перебирает, то есть с малого начиная, да? Начиная с малого, она идет по маленькими шагами к осознанию себя, к бусинам большим. И когда она подходит к мирозданию, тогда идет такое. И после мироздания она идет опять малыми шажочками. Вот эта вот натуральная яшма. Смотрите, она какая красивая. У нее сразу же несколько, не знаю, насколько это фокус сфокусировался, несколько вот таких вот цветов. И она опять подходит к такому куполу. Я выбрала для нее купол. Это не для всех подходит, это именно только для нее и под нее. Почему купол? Потому что в этом куполе она собирается. Она собирается в это осознание себя, когда она понимает, что я есть все. Я есть настолько все, я есть настолько большая, что я готова убрать те непонимания себя, те непонимания того, что кто-то хуже, кто-то лучше, те не соответствуют моему образу жизни, моим вибрациям, моим гармониям. И когда вот это вот все собирается, вот в этот вот купол, тогда она понимает, что это и есть она. Она этот купол создает. Она создает этот купол. И когда я готовила фурнитуру, почему она была золотой? Потому что эта девочка солнце, это огонь. Это такое огнище, это такая любовь. И имя, кстати, у нее тоже любовь. Это любовь ко всему происходящему, но не всегда осознающему, что такое любовь, что такое она. И вот это вот великолепие завтра отправляется к этой любви.